У нас появилась новая лебедка Рунва серии EWV с тяговым усилием 6000 фунтов или 2700 килограмм. Заявленная тяга лебедки 2700 килограмм. Сейчас мы на стенде проведем замеры реального усилия. Соответственно, все это делается на первом слое намотки троса на барабан. Итак, лебедка должна была вытянуть 2722 килограмма, а вытянула больше 3,5 тонн. Почему же лебедка показала тяговые усилия больше заявленного? Этому в том числе помог хорошо заряженный аккумулятор, заряд которого не тратился так, как на автомобиле, где есть много энергопотребителей. К тому же это было короткое лебежение, а не длительная нагрузка, и поэтому просадка напряжения кратковременна. Но главное, что компания Рунва на всех своих лебедках закладывает больше тяги, чем указано, чтобы лебедка гарантированно могла выдать свои заявленные характеристики.